Анонс и точная дата выхода 12 серии турецкого сериала «Столетнее чудо». 12 серия сериала выйдет в эфир 8 июня. Ранее в сериале мы видели, как Кемаль, попавший в плен к Ханану, доверил Тургуту Харику, но он не хочет учитывать возможность того, что Тургут может предать его. Когда Харика отправляется с Тургутом домой, он узнает, что Сюрия в беде и спешит на помощь своей тете. Сюрия не может прийти в себя после того, как видит, что могила Ашрефа пуста. Пока Джанан завершает подготовку к отъезду Кемаля в Америку, Тургут находит способ остаться с Харикой и держит ее под контролем. Мюзейн очень беспокоится о Сюрие. Харика, заподозрив внезапное исчезновение Кемаля, решает разыскать его и приходит в ужас от того, что обнаруживает. 12 серия сериала выйдет в эфир 8 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.